Это жесть. Мама с сыночком играет. Вот это жесть. Короче. Так мама завалила. Ребенка. Завалила свою деточку. Вот так, одной лапой. И вот так, и вот так. Вот так. Нападай, нападай. Нападаю, да? На войну. Опа. Вот так. Так вот, эй, девушка у нас работает. Ох, только отлетает от мамки. Мамка как лапу такую наложит массивную. Так. Вот так, вот так у нас Айдар работает. Ага, Айдар развлекается вот так. Нападай. Мамку кусать. Ну какой уже большой. Он даже меня малыш так... растет. Папа мощный, мама мощный. Сын... И сыночек мощный будет. И сынок будет мощный. Угу. Мощный. Когда сынок вырастет, папа будет уже старым. Папа будет уже старым? Ага. Да ну, что это, сынок уже еще несколько месяцев и уже будет большой. А что это папа-то старым? Ну, Джон у нас и так не молодой. Ну, нормальный. Нормальный еще, конечно. Не надо чуть не укусить. Ах ты паразит. Ах ты паразит, да. Чуть не укусил Мирошу. Джон. А, Джон, да Джон у нас не кусается. Что ты? Он чуть меня не создает, просто он меня не знает. И я всем... Да как тебя не знать? Ты миллион раз мимо него за день пройдешь, он тебя не знает. Куда уж с добром там тебя не знать? Так ты мельчешишь целыми днями возле его носа. Все, Дарик, наигрался? А, Дарушка, все? Или еще у мамы останешься? Еще решил остаться у мамы. Да хоть это было с мамой. Блин. Еще решил поиграть с мамой. Хочет... Вообще-то, Дарик, я тебя позвала коров пасти. А ты тут залез к маме поиграть. Так-то он не очень любит сюда ходить. Он любит больше на воле бегать. Ты куда вы? Миша рыкнула. А эти уже все панику подняли. Панику. Да. Че, Айдарка? Ну, выходи. Дружба нам своим. Белочка, по что ты его так завалила-то? Бела. Медведь. Нельзя. Медведь, нападай. Белка, ай-яй-яй. Медведь, чё, тут тебя обижают еще. Не принимают в свою компанию. Не принимают в свою тусовку. Ага. Ай-яй-яй, белочка. Гонянка. Обижаешь малыша. Да она еще... Дарик, ты по что в грязную эту-то лег? Вот на так тут улечься. Тебе что, жарко стало с мамой воевать? Упала этот Танюха, сказать, что лег? Дарик, пошли гулять, еще и цапает. Ой, холодненько, как хорошо. Даже собакам. Что говорить о свиньях? Даже Дарик балдеет. Сырое, холодненько. Кочку теребит. Дарушка, зачем она тебе? А? Вот тебе он, это не кус, не бай, вот там все гано есть. Да это не гано, это кочка травяная, гано. Что думаешь, гано? Нету гана тут. Ну, ладно, все, Ленька поснимала.